Добрый день. Сегодня 9 марта 2024 года. И я продолжаю серию видеороликов, где буду публиковать и озвучивать доклады рабочей группы по борьбе с коррупцией при Государственной Думе Российской Федерации Кузнецова, которые были озвучены в декабре 2009 и 2010 годах президенту Российской Федерации Медведеву, председателю правительства Российской Федерации Путину, председателю Государственной Думы Российской Федерации Грызлову, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Миронову и председателю Высшего Международного комитета ООН господину Ли Жуне. Итак, начнем с первой части доклада. На протяжении последних 2 десятилетий высокопоставленными государственными чиновниками, входившими в так называемую Ельцинскую семью, под прикрытием должностных лиц правоохранительных органов из России похищались огромные суммы денег, золота, нефти, стали, алмазов и других материальных ценностей, значительная часть из которых нелегально вывезены из нашей страны за рубеж, где аккумулировались в различных зарубежных банках на счетах подставных лиц. В результате бездеятельности властных структур и правоохранительных органов вывоз активов продолжается ежедневно и до настоящего времени по 50-70 миллиардов долларов США в месяц. Только в декабре 2008 года эта преступная группа пыталась вывести из страны 4 триллиона рублей. Все представленные ниже материалы имеют достоверное подтверждение в материалах сотен уголовных дел, находящихся без движения в Следственном управлении, Следственном комитете МВД, Следственном комитете при Генпрокуратуре Российской Федерации, Генеральной прокуратуре ФСБ России, которые не нашли своего правового разрешения, а объективная информация о них умышленно скрывается от высшего руководства страны и общественности. Анализ изученных материалов уголовных дел номер 141-69-59-18-23-0-278-02 «Чеченские авиза», номер 145-023 по обвинению Загребельного по факту вывоза золота, серебра, нефти 18-6220-91 «Золото партии», номер 18-221-050, номер 18-277-048-99, номер 18-24-393-01, 18-171-843-97, номер 18-24-362-01, номер 441, ой, прошу прощения, 144-107, 87-207, 10-994, 85-536 и многих других, расследуемых в разные годы СК МВД и Генеральной прокуратуры РФ, а также наличие финансовых документов, в том числе банковских, свидетельствуют о том, что в России создано и действует организованное международное преступное сообщество должностных лиц, которое, начиная с 1993 года и по настоящее время вывезло за границу крупную партию золота, серебра, алмазов, нефти, вертолетов, вооружения, КАМАЗов, денег, интеллектуальную собственность, алкогольную продукцию и другие материальные ценности и аккумулировали эти богатства России на частных счетах подставных граждан России Загребельного, Ушакова, Хайруллина, Шакирова, а также граждан США Магилаешу, гражданина Канады Фрезера Хаза и других. В состав этого преступного сообщества входили в разное время члены так называемой Ельцинской семьи.
Черномырдин, Ходжоев, Чубайс, Березовский, Шаймиев, Вавилов, Геращенко, Пискунов, Смоленский, Туманов, Ласло, Бенджи и многие другие. Эти активы размещены в различных банках Бельгии, Германии, Англии, Швейцарии, США и других странах Европы, Азии, Канады. Безопасность проведения всех финансовых теневых операций с фиктивными чеченскими авиза и вывоза богатств страны на уровне руководства страны и ЦБ РФ обеспечивала непосредственно высшее руководство Генпрокуратуры РФ, МВД и ФСБ России в лице генеральных прокуроров и их заместителей Устинова, Колмогорова, Бирюкова, МВД Ерина, Куликова, Рушайла, ФСБ Ковалева, Жеребчикова. За счет этих тайных денег чиновники бывшей ельцинской администрации тайно управляют страной, блокируют любые решения нынешнего руководства страны через разветвленную сеть своих людей в высших эшелонах власти, расставленных там бывшим помощником президента страны по кадрам, одной из ключевых фигур этого коррумпированного спрута, Ивановым. Самое активное участие в операции с деньгами от чеченских авиза принимали руководители Татарстана и руководители банков «Столичный» и «Чарабанк», и лично Волошин, который управляет финансовыми потоками в интересах семьи. По существу, конкретные обстоятельства совершенных противоправных действий, указанным международным преступным сообществом, заключаются в следующем. Из материалов, указанных выше уголовных дел, известно, что в 1991-1992 годах американские бизнесмены по согласованию с администрацией США от имени американской общественности в виде инвестиций передали по просьбе Ельцина для России с целью создания президентских фондов около 35 миллиардов долларов США. Эти активы ранее в виде золота партии переводились из СССР в США в качестве помощи компартии этого государства. По показаниям одного из сотрудников департамента по драгметаллам, только за время правления премьера Павлова было вывезено за границу около 400 тонн золота, а по данным уголовного дела номер 18/5220-91 вывезено за границу в Горбачевский период не менее 1300 тонн золота. Выделенные Ельцину США денежные средства для развала СССР в конце 1991 начале 1992 года несколькими партиями неофициально были доставлены в Россию для их легализации через ЦБ по рекомендации советников США и Израиля, в частности Рапопорта, под видом так называемых чеченских авиза. Эти доллары были внедрены в экономику, а в дальнейшем похищены и использованы частично преступным сообществом для закупки золота, нефти, других материальных ценностей и вывоза его за границу. Преступная деятельность финансированного международного преступного сообщества привела к образованию в начале 90-х годов в России крупной инфляции, а также созданию крупного финансового долга России перед МВФ. В 1992-93 годах основу преступного сообщества составляла финансовая группа в составе сотрудников Центрального банка России по национальности чеченцы Кюрюй Аксаль, Вахиев Ису и Вильхиев Мусу, Хаджоев Саланбек, Хаджиев Сулейман, Юсупов Сулейман, Абдул Кадыров Ревзан, Шахидов Абдулла. Эти лица по согласованию с коррумпированными сотрудниками правительства России и правоохранительных органов с использованием АССР ТАН, возглавляемый Шашуриным, с использованием фальшивых чеченских авиза, похитили через эту фирму около 1 триллиона рублей. Из этой суммы 5 миллиардов рублей было фактически отдано Шашурину в качестве взятки за молчание, который, не поняв смысл выдачи ему этих средств, использовал эти деньги для развития социального сектора своей компании, региона и налаживания хозяйственных отношений во многих отраслях деятельности. А 995 миллиардов рублей этим преступным сообществом использовано для закупки золота, серебра,
в 88 артелях страны, расположенных в Магаданской, Читинской, Амурской области, Якутии, Приморского и Хабаровского края на закупку золота. Договора на закупку золота Шашурин заключал непосредственно в офисе золотопромышленника Туманова в марте-апреле 1993 года. После подписания договоров Шашурин вместе с Шевченко и Кинсвайтером посещали банк «Столичный» и «Чарабанк», где встречались с руководителями банков, договаривались о получении денежных сумм с ЦБ и перечислениях на счета 88 артелей. Для этих целей Центральным банком, для банка «Столичный» и «Чарабанк» были перечислены незаконно крупные денежные суммы в пределах 995 миллиардов рублей, то есть на ту сумму, которую договорились Шашурин с финансовой группой. Непосредственно руководство по выделению через Центробанк указанной суммы осуществлял Ходжоев Саланбек, бывший вице-премьер правительства, и работники Центробанка Вельхиев Муса, Вахиев Иса, Кюри Хаджиев Сулейман. Всеми операциями по фиктивным чеченским авизам и закупкой золота руководил лично Черномырдин через вице-премьера Ходжоева Саланбека. Непосредственно Ходжоев через Геращенко и его заместителя Казанцева, работников Центробанка Вельхиева Мусы, Вахиева Исы, Кюри, а также Шахидова, Хаджиева, Кинсвайтера, Шевченко и других осуществляли все эффективные переводы по авизе через Центральный банк России в другие банки страны. Ответственным по руководству за преступной деятельностью этой группы от Минфина являлся Вавилов. Следствием установлено, что этим преступным сообществом от общей сложности путем оформления через фиктивные чеченские авиза в 1993 году было похищено не менее 4 триллионов рублей государственных средств. 1 триллион рублей похищен через ассоциацию ТАН, а остальные 3 триллиона рублей через банк Смоленского. Одним из участников финансовой группы и ответственным за отправку фальшивых авиза непосредственно из Владикавказа являлся Казимамедов Хамзат, который по распоряжению Коха, Авина, Вавилова переводили фиктивные авизы для перечисления крупных денежных средств ЦБ в различные банки страны, используемые указанными лицами на приобретение золота, алмазов, стали и вывоза за границу. Непосредственно руководили этими действиями Ходжоев Саланбек. Основная масса денежных потоков по фиктивным авиза, направляемым для приобретения нефти, которая затем похищалась, проходила через банки «Столичный», «Инкомбанк», «Минотеп», «Промстройбанк». В распределении средств между банками занимался Смоленский через своего помощника Дрецера Петра. Указанные обстоятельства по банку «Столичный», а затем и СБС «Агро» были полностью ранее подтверждены и исследовались по уголовному делу в отношении Смоленского, расследуемого Управлением по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ, незаконно прекращенного по указанию бывшего первого заместителя генерального прокурора Бирюкова. Золото, которое от имени ассоциации ТАН было закуплено в 88 артелях в количестве 786 тонн и 460 тонн серебра в период 1993-1996 годов, было незаконно вывезено из России в Швейцарию, Англию, Германию, а затем аккумулировано в бельгийском банке «Кредитбанк» на счет номер 4536281560-27 частного лица Загребельного и гражданина США Магилаешу. При этом Загребельный представлял интересы своих теневых хозяев в заграничных банках по поддельному паспорту. Для оправдания перевода крупных денежных средств из Промстройбанка по фиктивным авиза применялись так называемые золотые сертификаты.
на недобытое еще золото. Основные суммы переведенных денег из Промстройбанка, которые направлялись по фиктивным авизам в артели через ассоциацию ТАН, назывались золотым кредитом. Под видом этого золотого кредита возврата золота и вывозилось нелегально золото за рубеж. Больше всего золота вывезено через артель «Плюс», который получил крупные кредиты на освоение месторождения «Олимпиадовское». Руководителем артели в тот период был Салмен, затем он же президент Республики Адыгея, а непосредственно от этой артели руководил вывозом золота за рубеж Аслан Джаримов. Участие в сборе драгоценных металлов, их незаконном аффинаже и тайном вывозе за рубеж принимали президент Татарстана Шаймиев, президент Саха-Якутии Николаев и мэр Якутска Бородин, губернатор Магаданской области Михайлов, бывший министр сельского хозяйства Кулик, заместитель министра финансов Вавилов, которые осуществляли свою деятельность под прикрытием Черномырдина, Генеральной прокуратуры России и ее региональных руководителей в золотодобывающих районах Скуратова, Чайки, Колмогорова, а также директора ФСБ Ковалева. Скупленное золото в артелях вместо легальной аффинажки на специализированных госпредприятиях по решению Шаймиева, который после ареста Шашурина тут же взял на себя все руководящие организационные вопросы по АСР ТАН, стало тайно завозиться на нелегальную аффинажку в набережных Челнах на литейный завод КАМАЗа, а также на одно из закрытых предприятий в городе Коломне, где его контрабандно переправляли в товарную продукцию, после чего оно вывозилось за границу. Нелегальная перевозка драгоценных металлов внутри России и из России на Запад осуществлялась грузовыми самолетами Ил-76, подчиненный президенту Татарстана, авиакомпании «Аэростан», город Казань. При этом с целью сокрытия нелегального перемещения контрабандного золота и серебра часть его первоначально перемещалась из России не в Западную Европу, а в Узбекистан, где выписывались другие узбекские документы, и оттуда оно уже следовало под видом совместно узбекско-российского груза на тех же татарских самолетах в Западную Европу на аффинажные заводы Лихтенштейна. Допрошенные по уголовному делу летчики подтвердили факт перевозки золота в Узбекистан, а затем в Европу по документам, оформляемым сотрудниками английской компании Heavy Lift, принимающим участие в вывозе золота. В оформлении фиктивных документов на вывозимые золотовалютные активы страны скрытно осуществлялись высокопоставленными чиновниками ЦБ РФ, Минфина, РФ и Гохрана. После вывоза золота из страны почти все документы по этому вопросу на таможнях в ЦБ и Гохране были уничтожены. Так, в Гохране оформлением фиктивных документов для перевоза золота через границу непосредственно занимались руководители Гохрана Бычков, Котляр и Рудаков, которые затем эти документы в Гохране не учитывали и уничтожили. В свою очередь, на допросе в прокуратуре заместитель министра финансов Головатый во время вывоза золота, курировавший валютные операции, в том числе с драгоценными металлами, заявил, что по поручению правительства России и Минфина совместно с Минэкономики и Министерством внешнеэкономических связей готовил проект решения правительства о продаже за рубеж золота. Он же лично в 1993-1995 годах участвовал в подготовке в двух таких решений на вывоз за рубеж золота двумя партиями, каждой по 300 тонн металла. При этом он утверждал, что были многочисленные решения правительства на вывоз мелких партий золота по 10-15 тонн. Руководил выпуском этих решений, а затем их изъятием издел заместитель министра финансов Вавилов. Кроме того, для отправления перевода денег на закупку по фиктивным авиза из Промстройбанка применялись так называемые золотые сертификаты на недобытое якобы золото, вследствие чего основная сумма переведенных из Промстройбанка в артели денег через АСР ТАН называлась золотым кредитом,
под видом возврата которого золото в больших объемах вывозилось из страны. Впоследствии вывезенное по документам АСР ТАН золото и серебро дополнилось большим объемом драгоценных камней. Одновременно через деньги от АВИЗа было оформлено золото бывшего СССР в количестве 1300 тонн и бесследно исчезнувшие из страны в период крушения СССР во время прихода к власти правительства Павлова. После физического перемещения золота и серебра из России и его аффинажа оно было заложено на хранение в банке Лихтенштейна, Швейцарии, Англии, Германии, Бельгии, на основании чего Загребельный совместно со своим финансовым директором Максимом Ханом выпустил золотые сертификаты частного капитала по установленной международной форме, которые в 1996 году были верифицированы бельгийским банком Кредитбанк, под которыми находились российские активы в виде золота на сумму 7,3 миллиарда долларов США и 6,9 миллиарда долларов США в виде нефти. При этом данные активы после тщательной проверки Торгово-промышленной палатой Европейского Союза были признаны полностью легитимными. На основании этих ценных бумаг посредственный бельгийский банк в течение 3 лет показал невиданные темпы роста, став одним из ведущих банков в Европе, изменив свое название на КВС-банк, которому сегодня принадлежит вся банковская система Чехии. За использование этих активов этот банк платил огромные дивиденды хозяевам Загребельного, запуская привлеченные деньги в высокодоходные финансовые программы. На этих активах делаются огромные деньги не только для высокопоставленных теневых персон, спецслужб и правоохранительных органов России, но и для руководства Бельгии, Евросоюза и США, а также их спецслужб. При этом необходимо отметить, что Загребельный выпустил 3 вида золотых сертификатов, с которыми ведется работа на западном фондовом рынке. Одним из них были выпущены под физическое золото, вывезенное на Запад. Второе – под разведанные золотые стратегические запасы золотых месторождений или отвалов, находящихся в России, оцененных, но пока не разработанных. Третье – под крупные поставки российской экспортной нефти. Все они запущены в финансовую работу. При этом необходимо отметить, что финансовый директор Максим Хан по информации Загребельного после выпуска им золотых сертификатов и размещения их для работы в бельгийском банке был в Венгрии убит неизвестными, а урна с его прахом передана его семье в России. Никаких виновных в его смерти найдено не было. Участвовали в перекачке нефти по этим ценным бумагам, находящимся в собственности Загребельного под указанное золото, Шаймиев, Рахимов, Ходорковский, нефтяные компании Сувар, Таиф, ЮКОС и другие. Кроме того, российские активы, драгметаллы, деньги, ценные бумаги, полученные в результате этой операции, рассредоточены по банкам Азии, Сингапур, Индонезия, Тайвань, Малайзия, Гонконг. Деньги под это золото, нефть, использовались на формирование оборотных средств на создание уставных фондов фирм «Лукойл», «ЮКОС», «ТНК», «Альфа», «Славнефть», «Охотный ряд», гостиницы «Славянская», «Шератон», «Мариот», торговые сети «Перекресток», «Три кита». Личное участие в распределении средств активов принимали Березовский, Рушайло, Ходорковский, Невзлин, Лужков, Абрамович и другие олигархи. В банке Кредитбанк Бельгии на сентябрь 1996 года на счету Загребельного, который представляет интересы так называемой финансовой группы, находилось 14,3 миллиарда долларов США от нефти и золота. Наличие этих денег подтверждает международный аудит, который проведен банком BHF Германии в апреле 2006 года, который подтвердил наличие активов на личных счетах Загребельного и увеличение своих капиталов в настоящее время в сотни раз. Обеспеченность специальных сертификатов в суммарном выражении 7,3
миллиарда долларов США частного капитала золотом, числящихся на счету Загребельного в бельгийском банке «Кредитбанк», подтверждает и российский коммерческий банк «Информпрогресс», которому ЦБ выдал для этих целей специальную лицензию. Данный банк, проверив все ценные документы Загребельного, в своем заключении указал, что специальные сертификаты, выпущенные банком «Никольский», напечатанные НИИ госзнаком России, подтвержденные Министерством юстиции РФ, являются оригинальным и легальными и обеспечены заложенным золотом. Кроме счетов в банке Бельгии, Загребельный имеет счета частного капитала в банках Англии, Стандарт Банк Лондон, ING, Соединенное Королевство Великобритании, Capital Ltd. Лондон, Вестминстер Чат Capital Markets Лондон, Банк Хендлов, Варс, ну, здесь перечисляются иностранные банки. Среди них также НАЦ, Вестминстер Банк Швейцария, Барклайс Бельгия, Центр Хадельсбанк Австрия, Банк оф Америка США, Банк оф Нью-Йорк США, Чейз Манхэттен Банк США, Дойче Банк, Дрезден Банк в Германии и другие. По его личному неофициальному заявлению, на его личных счетах значится около 6,5 триллионов долларов США. Помимо того, Загребельный является одновременно в финансовых кругах Запада министром финансов Мальтийского ордена, а также генеральным директором английских фирм Met Corporation Ltd. Marty Finance, владельцем благотворительного фонда «Детей покаяния», международного консорциума «Общество детям», руководителем АОЗТ «Якут Золото Траст» и многими другими компаниями, на счетах которых имеются значительные суммы. На 29 августа 2006 года на личном счете номер 45-3628-1560-27 у Загребельного в КВС банке уже значилось 108 миллиардов долларов США. А всего, по выводам экспертов, вывезено нелегально золото, начиная с 1992 года по настоящее время, около 4,5 тысяч тонн золота на общую сумму 142 миллиарда долларов США, а также миллионы тонн нефти, активы которых оформлены на подставных лиц Ушакова, Загребельного, Токарева и других, и размещены они в 32 банках Запада общей суммы не менее 10 триллионов долларов США. Все эти денежные средства используются хозяевами Загребельного, Волошиным, Черномырдиным, Чубайсом, Шаймиевым, Рушайло, Вавиловым и другими в личных целях через созданные в Западной Европе финансовые компании типа Aria International и Swinster Incorporated, City House, которые аккумулируют все счета подставных лиц, находящихся в 32 банках Европы и США. По указанию хозяев, Загребельный права на часть активов передал другим лицам, в частности Рязанову, Ефремову, Хайрулину, Морозову, Козлову, Захарову, Шакирову, Кузнецову, Токареву, Гуркину, Кузьмину, Орлову, гражданам иностранных государств Канады, Монте-Морис, Фризнеру, Лоренсу Хизу, руководителям Capital Corts Capital Corporation, Соединенные Штаты и других. Вся эта деятельность Загребельного и лиц, кому он передавал права на получение кредитов, постоянно находилась под прикрытием спецслужб Российской Федерации. Рязанов после получения документов от Загребельного в банках Европы получал крупные денежные суммы по 300-150 тысяч долларов США, а также получал деньги от Фризера 845 тысяч долларов США. В банке
Ландесбанка Лихтенштейн имеется личный счет депутата Государственной Думы от Татарстана Хайруллина, который под вывезенное золото имеет в этом банке ценные бумаги на сумму 40 миллиардов долларов США и счет в 1 миллиард долларов США реальных денег, которые он регулярно получает и использует их в корыстных целях по согласованию с фактическим хозяином счета Шаймиевым. Также имеет счет в сумме 20 миллиардов долларов США в швейцарском банке бывший заместитель министра юстиции Шакиров Габас, который заложил ценные бумаги под недобытое еще золото золотодобывающей артели, работающей в районе Шерловой горы в Читинской области. По показаниям бывших сотрудников ФСБ доподлинно известно, что непосредственно курировал Загребельного со стороны администрации президента РФ, кроме Волошина, заместитель по кадрам руководителя аппарата Иванов. Эту деятельность он осуществлял через генералов ФСБ Скачко и Жеребчикова и министра МВД Рушайла. Непосредственно сопровождал действия Загребельного полковник ФСБ Зиновьев. По указанию этих курирующих его лиц, Загребельный в интересах Рушайла и других ежемесячно перечислял им по 5 миллионов долларов США на счета в различные банки, и эти деньги использовать этими лицами в личных целях. Вышеуказанные курирующие силовые структуры удерживали Загребельного в интересах хозяев по жестким контролям. Так, когда Загребельный втайне от хозяев в различных целях в группе с другими лицами попытался получить часть значащихся на его счету денежных средств, в отношении его СК МВД РФ под контролем бывшего заместителя генерального прокурора Колмогорова, одного из участников преступного сообщества, 19 июня 1997 года было возбуждено уголовное дело номер 145024. Это уголовное дело возбуждено по факту якобы хищения продуктов питания с фирмы «Агроханза» княжества Лихтенштейн и нефтепродуктов фирмы Petroleum Limited, Великобритания, организованных Загребельным без согласия своих хозяев. По делу установлено, что Загребельный в группе с сотрудниками ФСБ Черненко, Засовым, Ведровым, Сорокиным, непосредственно осуществляющим его сопровождение со своего счета, открытого в кредит-банк Бельгия, получил 500 тысяч долларов США, который использовал для закупки продуктов питания и нефтепродуктов за границей и ввез их в Россию, где эти продукты и реализованы. Несмотря на то, что указанные государства, где приобретались эти товары, не предъявляли к Загребельному и России каких-либо претензий по факту вывоза продовольствия, Следственный комитет МВД и Генеральная прокуратура РФ для того, чтобы удерживать Загребельного в повиновении хозяевам, признал незаконно в его действиях и других лиц состав преступления мошенничества при отсутствии потерпевшей стороны. Симоновский районный суд города Москвы под контролем Колмогорова также признал Загребельного и всех сопровождающих его лиц виновными в этом мошенничестве и осудил Загребельного к 5 годам лишения свободы, а остальных лиц к условным мерам наказания. После осуждения Загребельный фактически содержался не в местах лишения свободы, а был направлен для отбывания наказания в очень странную колонию в Краснодарском крае, где жил в фешенебельной гостинице под охраной 30 охранников МВД и откуда его неоднократно по личному распоряжению главы администрации президента страны Волошина на самолете доставляли в Москву. В столице он располагался в роскошном президентском номере одной из лучших гостиниц. По распоряжению хозяев золотых активов, размещенных в банке «Кредитбанк Бельгия», Загребельный в 1996 году передал часть ценных бумаг президенту холдинговой компании «Мир» Кузнецову, который по указанию лично Ельцина передал их руководителям банковских структур «Промстройбанк» и ЗАО «Торговый дом Мост». Однако, когда Кузнецов и управляющий австрийского банка Стандарт Банк господин Шмидт подписали контракт, по которому австрийский банк был готов принять все активы бельгийского банка Кредитбанк в сумме 7,3 миллиарда, принадлежащих Загребельному, на основании чего он выделил холдингу «Мир» кредит в сумме 2 миллиарда 300 миллионов долларов США –
то эту сделку тут же сорвали спецслужбы России. Кузнецову, членам его семьи, а также господину Шмидту, сотрудники этих спецслужб угрожали убийством. Вместе с тем, руководители Промстройбанк и МОСТ, Дубенецкий и Малышев, по переданным им Кузнецовым этих ценных бумаг, получили в западных банках около 1 миллиарда долларов США для уничтожения химического оружия в России. Однако эти денежные средства Кузнецову не были возвращены для уничтожения химического оружия, а Дубенецкий и Малышев по сговору с хозяевами золотых активов полученные денежные средства использовали по своему усмотрению в личных целях. При этом Кузнецов в ходе следствия утверждал, что в ходе организации кредита он лично встречался с главным держателем финансов бельгийского банка Марком Скардью и получил все заверения с его стороны, что сертификаты Загребельного полностью обеспечены банковским золотом и признаны легитимными. Он подтвердил возможность получения под эти сертификаты денежного кредита, но при условии кураторства этих финансов со стороны руководителя ЦБ РФ. Таким образом, определенные влиятельные лица ЦБ РФ в курсе тайно вывезенного в Западную Европу российского теневого золота. И они полностью контролируют работу с ним, получая с него большие дивиденды, которые скрывают от нынешнего руководства страны. Последующим по факту похищения денежных средств через Промстройбанк по заявлению Кузнецова Генеральной прокуратуры России в 2002 году началась проверка. Однако вскоре после начала проверки Промстройбанк был признан банкротом. А денежные средства в сумме не менее 1 миллиарда долларов США, похищенные по этим ценным бумагам, исчезли. Также исчезли материалы, переданные в Генеральную прокуратуру РФ. В ходе следствия были выявлены факты, когда руководители Промстройбанк, получив от золотодобывающей артели Забайкал золото, 1 тонну золота для получения кредита, присвоили это золото, а кредит так и не выдали. После чего банк был умышленно обанкрочен и по суду ликвидировано. Ну, на этом пока все. Благодарю за просмотр. Продолжение следует. Спасибо за внимание.